Коваль и Денис. Там еще страшнее, когда он будет падать. Ребята, не прыгаем. По ту сторону парапета было весело и не страшно. Сейчас уже появляются какие-то эмоции, ощущения. Какие-то дурные мысли сказать, ну его нафиг, этот прыжок. Через правую руку ко мне спиной. Надо было думать дома, когда регистрировался. Руку правую держим, вперед и вверх. Прыжок по направлению экзита, то есть прямо. Я готов, ты готов? Ребята, вы готовы? Да. Давай, даю отсчет. 3, 2, 1, прыжок, толчок. Красавчик! Так, твердый красавчик. Это бомба! Вся жизнь перед глазами. Так оно и есть, как пишут в книгах. Это супер ощущение. Ты понимаешь, что летная земля, она приближается. Супер! Не знаю, буду ли я готов повторить это еще раз. Но это круто.